Сегодня одной из проблем, которая часто волнует старшеклассников, является выбор профессии. При этом среди множества возможных и доступных профессий есть такая, которая достойна и востребована в нашей стране. Это профессия защитника Родины. О бесплатном поступлении в Академию Национальной гвардии при достаточном количестве баллов и ситуации в учебном заведении расскажет наш корреспондент. Каждый выпускник школы хочет поступить в хороший вуз. Выбрать профессию непросто, однако для молодого выпускника, сдавшего экзамен ЕНТ и набравшего 50 баллов, оптимальным выбором станет Академия Нацгвардии в Петропавловске. Покорные железной дисциплине, они несут боевое дежурство день и ночь, не моргнув глазом. Военная форма, жилье и даже питание предоставляется бесплатно. Курсанты Академии получают стипендии. Главное, с большой ответственностью служить Родине. Академия обеспечивает всеми возможными условиями для обучения наших курсантов, также их прививание и воспитание как в воинском коллективе, также к военному делу. Академия Национальной гвардии Республики Казахстан дает возможность повысить эффективность подготовки военных и научно-педагогических кадров, специалистов оперативно-тактического звена по всем направлениям, проводить научные исследования в области общественной безопасности, проводить переподготовку офицеров и служащих органов внутренних дел и других силовых структур. В училище есть 8 факультетов. После их окончания курсанты получают 2 специальности – военную и гражданскую. В дальнейшем есть возможность поехать за границу и отучиться в высших академиях разных стран. После 45 лет мы выходим на пенсию, и у нас есть возможность продолжить работу по гражданской специальности. Поступление в Академию Национальной гвардии в Петропавловске бесплатное. Курсанту предоставляется 3-разовое питание, денежные взносы, одежда, необходимая учебная литература. Все желающие должны пройти обучение на водителя категории БЦ. То есть они всегда получают полезную в жизни профессию. Академия расположена по адресу город Петропавловск, Юбилейная, 4. Тамирис Лёгабылова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5 канал.